Я не знаю, что случилось. Я ведь очень точно все рассчитал. Если сбросишь балласт, все заработает. Что у тебя в карманах? Что это? Кокосовое молоко. Зачем тебе кокосовое молоко? В нем столько же калия, сколько в трех бананах. Канат все равно перегружен. У тебя есть еще что-нибудь, что можно выбросить? Ты издеваешься? Зачем ты взял с собой три банана? Потому что я не доверяю рекламе. Я с рождения подозрителен. У тебя есть еще что-нибудь? Ты слишком тяжелый. Только это. Что это? Кирпич? У тебя был кирпич. Зачем он тебе? Чтобы уравновесить другой кирпич. У тебя два кирпича. Да. Ну так выбрось их немедленно. Ой.